собрались? Мы пойдем, у нас на свои места есть. Трио в памяти великого художника Федор Ильич Чайковский написал «Потрясенный смертью Николая Григорьевича Рубинштейна». 1881 год выдался тяжелым для России. В феврале умер Достоевский, в марте Рубинштейн и Мусоргский, но 1 марта был убит террористами император Александр II. Николай Рубинштейн, младший брат великого Антона Рубинштейна, обладал ярко выраженным пианистическим талантом. Но поступил учиться на юридический факультет Московского университета. После его окончания очень удачно женился на дочери высокопоставленного лица и начал делать карьеру чиновника. Однако через 3 года все бросил, развелся и полностью погрузился в музыку. Он много гастролировал как пианист, он был выдающимся дирижером своего времени. Он стал председателем Русского музыкального общества, основанного старшим братом, а позже профессором и директором открытой Московской консерватории. И вот когда в Москву приехал молодой преподаватель Петр Чайковский, Рубинштейн стал всячески опекать его. 6 лет Чайковский прожил в квартире Рубинштейна, пока не обзавелся своим жильем. Рубинштейн помогал ему материально,
подарил один из своих концертных фраков, вручил дюжину рубашек, и Чайковский иронически писал: «Рубинштейн ухаживает за мной как нянька, непременно хочет исполнять при мне эту должность». Но Николай Рубинштейн был еще и тонким, глубоким интерпретатором, пропагандистом музыки Чайковского. Он дирижировал премьерами всех симфонических произведений композитора, написанных до 1881 года. Он провел легендарную премьеру Евгения Онегина в Москве. Он исполнял его фортепианные произведения. И единственным досадным недоразумением стало неприятие Рубинштейном первого фортепианного концерта Чайковского, так что тот был вынужден даже перепосвятить его другому пианисту. Но уже через несколько лет Рубинштейн с блеском сыграл и этот концерт. 16 лет теснейших дружеских и творческих связей объединяют Рубинштейна и Чайковского, и понятно, что безвременную смерть Рубинштейна композитор принял как глубокую личную утрату. Да все были потрясены. Рубинштейн умер в 45 лет, его провожала без преувеличения вся Москва, и в день похорон, в знак траура, днем были зажжены все уличные фонари. Берясь за трио «Память Рубинштейна», Чайковский сетовал, что вообще-то не любит сочетание струнных и фортепиано. Ему казалось, что эти тембры исключают друг друга. Но поскольку Рубинштейн был пианистом, отказаться от фортепианной партии было нельзя. И в результате появилось одно из крупнейших, серьезнейших камерных сочинений второй половины XIX века. И кроме того, Чайковский заложил традицию мемориальных трио, которые продолжат Рахманинов и Шостакович. И у него получилась не просто траурная элегия, но жизнь во всех ее контрастах и противоречиях. Неожиданно и нетипична структура трио. В нем всего две части. Первую Чайковский назвал «Элегическая пьеса», а вторая — это тема с 12 вариациями. Причем последняя вариация разрастается до значения самостоятельной части и заменяет недостающий финал. Название «Элегическая пьеса» появилось благодаря первой теме, первой части. Это неторопливая мелодия, которая движется от меланхолии к страсти и снова никнет в конце. А резким контрастом ей становится торжество и свет побочной партии. И в разработке неожиданно появляется совершенно новая светлая певучая мелодия. Но главенство все же остается за первой темой. И в репризе она звучит на фоне траурных аккордов фортепиано и постепенно растворяется в небытии. После столь резких контрастов первой части, вторая выглядит единым жизненным потоком. Ее главная тема выросла из лирических христианских песен. И Чайковский как бы проращивает из нее пеструю вереницу образов, разнообразные жизненные картины. Там появляются и вальс, и мазурка, и скерца, и фуга. И кажется, что жизнь победила. Но в конце финальной вариации возвращается элегическая тема. Она звучит то страстно-драматически, то траурно, бесконечно мрачно. И, к сожалению, становится понятно, за кем осталось последнее слово. Петр Ильич Чайковский. Трио памяти великого художника «Ля минор» в двух частях. Исполняет Иван Курвалов фортепиано, Валерий Корчагин – скрипка, Станислав Овчинников – виолончель.
Thank you.
Thank you.